За прошедшие сутки в Тюменской области 61 заболевший коронавирусом, в том числе 6 детей. 69 человек выздоровели, а на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 16 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются более 6800 пациентов. На перевахтовке находятся 242 человека. Ну а теперь о заболеваемости ковидом в Тобольске. Заболеваемость населения с начала пандемии в март 2020 года COVID-19 на 100 тысяч населения составляет по городу Тобольску 1272,9, что ниже, чем в среднем по области. При анализе заболеваемости за последние две недели отмечается стабилизация, снижение заболеваемости по сравнению с двумя неделями ранее.